Изначально мы разлиновали, так, чтобы нам было удобнее приклеивать. Дорезаем до угла, отрезаем часть и делаем скотч примерно на 45 градусов. То же самое делаем с четырех сторон. Приступим к элементам декора. Для этого нам потребуются ниточки и различные украшения. Так как у нас уже рисунком обоев задана композиция, то делать будем ее немного сбоку, чтобы продолжить вот этот вот рисунок имеющийся. В декоре очень интересно смотрятся разные фактуры. Вот мы используем одну фактуру в полоску, например, как обои. Вот, потом берем шерстяные нитки, потом берем, например, синтетические нитки, которые тоже создают определенную фактуру. Прекрасная декорированная коробка готова. Всегда будет приятно получить такую коробку в подарок, либо украсить современный интерьер.